Ты представляешь, гоблина по имени Дмитрий Пучков забанили на Ютубе. А мне пофиг. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. И гоблину пофиг. У него весь контент продублирован на других ресурсах. А что люди тогда возмущаются, как будто не знают, что любой админ любого ресурса обладает ничем не ограниченной властью, но только на своем ресурсе. Меня недавно также без объяснения причин забанили на ресурсе, где меньше сотни подписоты. И у роликов пара десятков просмотроты. А мне пофиг. А мне пофиг. Это обычная практика, и никого она не смущает. Админ ресурса самоутвердился тем, что забанил человека, который интересней, талантливее и популярнее его. А тому, кого забанили, пофиг. А мне пофиг. Потому что он интересный, талантливый и популярный. Пойдет привлекать своим присутствием зрителей на другой ресурс. Полная аналогия с языческим божеством, который может держать в страхе и покорности только аборигенов из своего племени. Соседним племенам на это божество пофиг. А мне пофиг. Потому что у каждого племени свое такое же языческое божество. Вот только разные племена обладают разными материальными ресурсами. И все хотят быть в том племени и под тем божеством, ну где больше разных материальных благ. Поэтому все хотят быть на Ютубе, а не на каких-то альтернативных ресурсах.